В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных появились два новых реанимационных и анестезиологических монитора. Они предназначены для постоянного наблюдения за состоянием малышей, их артериальным давлением, частотой сердечных сокращений, дыхания, температуры тела, насыщением крови кислородом и еще рядом важнейших жизненных функций. На закупку двух мониторов компания «Росгидро» выделила 450 тысяч рублей. Новочебоксарский медицинский центр, а точнее перинатальный центр, наш роддом, да, он относится ко второму уровню оказания медицинской помощи. И понятно же, что это оборудование нам всегда необходимо, оно нужно, так как мы и оказываем, вы видите, тоже видели и детей из низкой массы тела. Я считаю, что на сегодняшний момент наш центр обеспечивает оказание медицинской помощи в полном объеме жителям города Новочебоксарска и прилегающих территорий. Чебоксарская ГЭС на протяжении нескольких лет помогает самым маленьким жителям города с первых дней их жизни. Специальный подарок в рамках акции «Рожденные энергией» Чебоксарская ГЭС сделала 9 юным горожанам. 5 мальчиков и 4 девочки появились на свет в день рождения компании «Росгидро» 26 декабря 2015 года. В честь этого мама малышей получили сертификаты. Я, честно говоря, в удивлении нахожусь, потому что я даже не знала, что сегодня такой праздник, и это такая большая встреча состоялась, такая первая большая встреча у моего сына сегодня. И желаю ему, чтобы у него всегда такие были торжественные встречи всю жизнь. Спасибо вам большое, организовали нам такой сюрприз. Мы просто в шоке. Я родила 26 декабря 2015 года, день рождения «Росгидро». Хочется выразить огромную благодарность роддому Новочебоксарскому, врачам за их профессионализм, за то, как они относятся. Роды прошли благополучно. Чувствую себя хорошо. Спасибо большое. В специализированном магазине для новорожденных каждая семья сможет выбрать необходимые товары на сумму сертификата – 5 555 рублей. Всех новочебоксарских малышей, рожденных 26 декабря, гидроэнергетики поздравляют уже 9-й год подряд. Уважаемая мама, разрешите от всех, кто работает на Чебоксарской ГЭС, передать вам самые теплые поздравления с рождением ваших малышей. И так совпало, что вы, значит, родили их 26 декабря, в день рождения компании «Росгидро». И вот уже 9 лет Чебоксарская ГЭС в Новочебоксарске дарит мамам, которые родили своих малышей именно в этот день, 26 декабря, сертификаты для того, чтобы помочь вам в воспитании ваших малышей. Напомним, всего в 2015 году Чебоксарская ГЭС выделила на благотворительные цели 2,5 миллиона рублей. Еще 800 тысяч рублей выделила на поддержку социальных и экологических проектов в Новочебоксарске компания «Росгидро». Елена Фирсова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.